Здравствуйте, друзья! С вами Аня Макош, и я рада приветствовать вас всех, нас всех с вами в моем новом влоге. По-моему, уже 11-м по счету. Если я что-то тут ошиблась, вы напишите и поправьте меня в комментариях. Посмотрите, в каком я сегодня чудесном месте, на старинной чайной плантации. Мы вышли с семьей на прогулку, взяли с собой оборудование, даже взяли стул, чтобы дать возможность мне поснимать. Стоять долго мне уже не совсем удобно, но я все-таки это делаю. Надеюсь, потом с малышом будем в очень веселом настроении просматривать эти ролики. Я ему буду показывать, как мама на 8,5 месяца шаталась со стульями по чайным плантациям и снимала смешные ролики. Здравствуйте еще раз, друзья! Представлю еще раз, я Аня, я вам всем очень рада и с удовольствием снимаю для вас этот новый влоговый ролик о моем творчестве, о моей жизни, о том всем, что я люблю и что меня наполняет и вдохновляет. Давайте расскажу, в чем я. Я специально для вас сегодня очень красиво нарядилась, достала самые лучшие кашемиры, любимое платье. И несмотря на то, что 20 число декабря, и как вы видите, ветер, я стою, самозабвенно собой любуюсь всеми своими кашемирами и болталку снимаю. Ну а зачем вообще смысл снимать эти ролики и быть вообще не в кашемирах? Вязать всю эту красоту и не делиться с понимающими людьми. Это вязальный канал, тут вязальщицы. Ну кто еще будет слушать мои оды редчайшему кашемиру, легендарному Тодду Дункану, который выпустили с Rowan лимитированную коллекцию эксклюзивной линейки кашемира? Ну кому я еще это расскажу? Для всех? Ну она просто что-то связала, какие-то что-то на руки. Какой-то берет связала. А для вас, Rowan, это Тодд Дункан, вы меня поняли, да? Поэтому я с огромным удовольствием снимаю для вас всякие образы, наряжаюсь, демонстрируюсь, потому что мне действительно хочется делиться всей вот этой красотой, которую я создаю, которую очень люблю. Я на своем канале снимала вам в августе, кажется, месяце ролик по распаковке посылки, где был вот этот кашемир, сумасшедших денег стоит, просто жемчужина моей коллекции. Я горжусь, что повязала его, что у меня родилось 3 замечательных изделия, митинги, пара и берет. Я также сняла ролик, длинный такой, там, в формате истории одной вещи. И я надеюсь, что сегодня я его демонтирую, потому что вот весь ход работы я здесь сняла. Мне не хватало только, последних вот кадров демонстрации изделий на себе. Я надеюсь, что вот в таком прекрасном месте я как раз-таки досниму. И этот ролик уже выйдет, и вы узнаете, с каким трепетом и любовью я вязала эти вещи. Ну и еще меня спасает от верной смерти на таком ветрище кашемировая манишка. Я вам уже хвасталась, что сделала описание. Это вот такой, воротник высокий с расширением по груди круглым. И вставлю сейчас фото. Я его таким образом проектировала, чтобы как раз-таки была возможность в холодное время носить свои любимые платья, в которых, как правило, вот такие вот разрезы высокие. И мне постоянно задувало. И я думаю, надо что-то сделать. Я придумала вот этот вот кашемировый такой воротничок. Он удобно вот так вот под платье заворачивается. Сейчас вам даже покажу. Вот. Расправляется, даже сморшек нету. Я тут двигаюсь, конечно, не образовывается, но а так вот их нету. Посмотрите. Ну и вот. Одеваю пальтишко и гуляю, мне тепло, нигде ничего не задувает. Мне вообще нравится создавать такие удобные, комфортные, понятные вещи для жизни. Я люблю гулять, я хочу гулять красиво, чтобы мне было тепло, удобно. И все вот в этом роде. Дальше в ролике вы посмотрите какие-то мои подсъемы, которые я делала на этой неделе. Но их будет, сразу скажу, немного. Потому что на этой неделе я была
немного в грустном настроении. Мне что-то снимать не хотелось, я была не в духе, скажем так. Я немного решила сбавить обороты, не начинала ничего какого-то нового. Подумала, надо поберечь немного энергию, а то я туда-сюда. В съемке каждый день то надо, то надо. Но это очень утомляет. И я решила быть немного на плавных оборотах, больше отдыхать, больше спать, заканчивать тот один объемный проект, который мне важно сейчас закончить, это свитер сына, и я как бы полностью сфокусировалась на этом. Так, значит, так. Я зато гуляла. Вот так, я гуляла, я не снимала, и что вы мне сделаете? Не вязала я 20 пар носков, а? Ну что, друзья, давайте уже перейдем к просмотру ролика, а потом опять встретимся в конце, подытожим и еще немножко поболтаем. Погнали! Добрый вечер, друзья. У меня темное ночное подключение. Я решила подключиться в процессе вязания. Вяжу спинку свитера. Сделала фото процесса, выложила его в свой телеграм-канал. И вот о чем я там писала. Что ведение канала развращает. Что я имею в виду? Я когда берусь за какое-то дело, мне хочется делать его хорошо, артистично, с душой. Чтобы это было мне интересно, тем, кто смотрит, тоже интересно. Соответственно, я начинаю думать, как мне это сделать лучше. Постоянно в процессе обдумывания. Как улучшить картинку, как улучшить сюжет, звук для вас. Ну, то есть я не могу просто так вот нажать на кнопку play, и на этом все. Мне вот важны все эти детали. Соответственно, это идет на меня большая психологическая нагрузка, которую я сама на себя накидываю. И потом сама себя и загоняю в какие-то рамки. То есть я не могу уже, однажды сделав так, в другой раз сделать хуже, например. И это все начинает меня в итоге немного как загонять в депрессию в какую-то. Мне хочется лучше, а где-то не получается, я собой недовольна, я в стрессе. Я начинаю что-то лихорадочно думать, что делать. Ну и, в общем, вы поняли, о чем я говорю. То есть я начинаю себя накручивать и подвожу к степени, ну, какого-то нервного истощения, которое, ну, реально может потом привести меня к какому-то выгоранию. У меня такое же было. Я знаю, что такое выгорание творческое. Ой, никому не посоветую. И вот вяжу я этот черный свитер графитовый, а до того вязала темно-зеленый. И получала такие комментарии. Ну, типа, скучно, темно, однообразно. А как вязать-то быстро? Я привыкла вязать изделия на тонких номерах спиц, такие легкие. Не люблю толстые спицы. Соответственно, у меня проекты длятся долго. И возникла проблема. Моим зрителям не очень комфортно смотреть на длительные такие проекты однообразных, скучных, базовых оттенков. А я не люблю и быстрые проекты, толстые, и не люблю какие-то в крупных изделиях эпатажные цвета. Я загоняюсь. Значит, это неинтересно смотреть на вот это все однообразное. Что делать? Следующий проект уже пошла смотреть пряжу какую-то более яркую, чтобы на нее было интересно смотреть. А с другой стороны, думаю, а зачем она мне? Но она мне не лежит к душе. Я не хочу такой свитер. Да, я его свяжу, но мне он... не буду его носить. И, в общем, подвела к себя к той мысли, что как-то надо выбирать. Находить здоровый баланс между моими потребностями, моими вкусами личными и вкусами и желаниями аудитории. Нельзя так перекашивать себя, чтобы, ну, думать только постоянно о том, что надо удовлетворить вкусовые пристрастия зрителей, чтобы развлечь их, чтобы им было интересно, но при этом, чтобы сама была не удовлетворена. Да, я люблю вот такие скучные оттенки.
Я люблю графит, я люблю черный, я люблю темный бордовый. Мне нравится, это моя эстетика. Иногда люблю яркие носочки, яркие какие-то аксессуары, но ну, вот плечевые изделия базовые, но ну, не ношу я какие-то такие вот не странные дизайны в плане узоров, не люблю перегруженность. Мне нравится такой. На аксессуарах порой отрываюсь. А вот свитера слишком какие-то наляпистые. Ну, во-первых, не знаю ни как носить, и не идет мне. Наверное, не буду такое вязать. В общем, о чем я хотела сказать, что поделилась просто с вами такими размышлениями, что в любой ситуации прежде всего надо думать о своем комфорте. Я тут развела процессов. Вы видели прошлые влоги, понавязала этих носков по одной штуке. Потом они меня бесили. Я их долго и упорно довязывала, перевязывала. Что-то мне надоело, но надо было закончить. Я нервничала. В общем, и многопроцессность это тоже не мое. Мне больше нравится вязать, ну, взять какой-то проект и планомерно, методично, вдумчиво его реализовывать. Когда вяжешь свитер какой-то, то надо очень хорошо на нем фокусироваться, все детальки помнить, нюансы, постоянно где-то что-то посадку проверять, примерять, сравнивать, сопоставлять, где-то переделывать. Я вот не могу иначе. Поэтому я на этой неделе решила, я буду максимум моего времени посвящать только одному проекту. Это довязывание свитера для моего сына. Мне так хочется, мне так комфортно. Я хочу до Нового года закончить ему этот свитер, вручить, еще успеть какие-то аксессуары. Я вам показывала, что приехала пряжа ко мне для него и не только для него. Я не буду пока на нее все переключаться. Там на какой-то носочный там шопель и так далее. Потому что я тогда до Нового года не заброшу свитер. Поэтому во влоге этой недели, если я его таки выпущу, не распсихуюсь окончательно, то у меня уже вторник, а только сейчас первое подключение. Что там снимать еще, я не знаю, если будет вот такая одна чернота. Ну, посмотрим. Я буду загадывать, посмотрим. Если получится делать подсъемы, то получится. Нет, значит... Значит, нет. Хобби должно быть в радость, а не доводить человека до отчаяния. Продолжу вязать свитер. Я себе наметила план, ну, как вязать в комфортном для меня ритме. Вообще наметила по 20 рядов в день. Но, по-моему, я его перебарщиваю. Сегодня я связала гораздо больше рядов, 40. Я отмечаю все маркерами, вот. Процесса, сколько когда вязала, по 20 рядов иду. И надеюсь, что спинка будет готова, ну, в ближайшие дни уже. И приступлю к рукавам. Спокойной ночи, друзья. Надеюсь, не загрузила вас своими мыслями. Народ своим умением, да весельем наградил. И поднять всем настроение, к вам на помощь нарядил. Нам года не беда, ой, душа молода. Я тут довязываю спинку свитера Лаврентия. Еще вяжу, конечно же, из Джула. И мне приехала новая посылка из магазина Джул. Варк смотрит такой: о боже мой, сколько пряжи, мне уже спать негде. Давайте немного заглянем. Я вам сделаю маленькие-маленькие спойлеры. Тут у меня новинки. Многого даже нету на сайте. Я пользуюсь своим козырным положением и выманиваю все самое вкусненькое себе. А вы что думали, я так не делаю? Ну, вы слишком хорошего обо мне мнения. Например, твиды. Твиды будут. Ну, ждите отдельное видео, я вам все-все покажу. Тут очень много вкусного и интересного. На, а вот еще вторая коробка. Показываю, как могу. В общем, две коробки.
будет видео опять шокирующее. Там в прошлом видео было, я открывала 51 бобину. Вот сейчас выплывет ссылка. Заходите, посмотрите на это безумие. Ну, судя по всему, сейчас будет не менее безумно. Ой, ну все, отпарила, отдыхают мои малышки, как обычно, на чиле, на роскошном, все супер. Могу вечно заниматься вот этой вот обработкой, вот этой вот модернизацией, усовершенствованием, всякими вот этими деталюшками. Мне нравится залипать на вот эти все вещи, на отпаривание, на сшивание. Кого-то бесит. Я знаю, что вот есть категория людей, им скажи, там, стирка, отпаривание, они: «О, нет, никогда!» А я вот наоборот. Меня бесит много чего другое, но вот именно эти моменты я просто, вот мой медитативный рай. Я готова бесконечно показывать вам вот эти вот все, а потом ровные петельки, петельки, как там правильно ударение, расскажите мне. Вот мой личный рай перфекциониста. Если изделие выглядит не так серьезно, меня это может взбесить, я его... Все, отбраковка. А когда вот так, меня не остановить. И поэтому вот... Вот две коробки еще стоят, для того, чтобы я бесконечно наслаждалась и радовалась. Ой, отпарила, а сама одним глазом сюда заглядываю в коробки. Хочется поскорее распаковку начать, но я себе бью по пальцам, потому что хочется снять красиво, и хочется тут все доделать вовремя и красиво. Поэтому я сейчас вся на свитере сфокусирована. Сегодня еще кое-какие видео подсниму. Для девчонок мы же активно вяжем сейчас эти свитера. Почти все в группе уже довязывают спинки. Вставлю вам несколько готовых работ, процессов. Рукава надо начинать. Я с девочками параллельно вяжу, все, выдаю задание и тут же вместе с ними сажусь. И в режиме онлайн проверяю сама себя, перепроверяю. Ну, короче, такие вот рабочие моменты. Поэтому нету возможности сейчас вот взять, отвлечься и заняться новой пряжей, новыми образцами и вот этим всем роскошеством. Оставила себе это на десерт. Сижу. Язык отваливается. Я сейчас снимала превьюшку для ролика по распаковке пряжи этих двух коробок. Девочки, ой, боже, столько там болтала. Что же язык не поворачивается? Я посмотрела на это все и подумала: если я сейчас затяну, то это все реально затянется. Не дай бог рожу, это совсем затянется. Нет. Вот полуприехала, надо сразу, не отходя от кассы. Поверьте, вот эти все сделают завтра, никогда не происходит. Ну, просто не происходит никогда. Поэтому я сейчас на чиле, на кашемире. Шапка кашемир, Женин свитер. Естественно, я его сама ношу, как я и говорила. Тут не может быть вариантов. Это так уютно, это так прекрасно, что снимать мне его не хочется. Но ему, так уж и быть, я периодически его выдаю. Но он заслуживает. Если бы еще вел себя плохо, я бы еще подумала, выдавать, не выдавать. Но так как дом строится, работа идет и вообще все прекрасно, то, конечно, все-таки я считаю, что Женя достоин периодически его носить. Я тут сижу в саду, потому что зимой даже с искусственным освещением снимать где-то в помещении картинка прям ужас. И чтобы вам было меня хорошо видно и слышно, я выхожу на улицу, и когда такой хороший золотой свет, стараюсь снять ролики, чтобы картинка была лучше. Я пойду сейчас распаковывать посылочки. Смотрите обязательно этот ролик. Ну и встретимся дальше. Я сегодня начну еще рукава для свитера. И кто знает, может быть, к концу недели и рукава будут.
А, не, не будут. Не, не будут. Почему? Потому что мне не хватает пряжи. Я что-то поздно так спохватилась. Почему-то в полной уверенности вязала и думала, у меня 450 грамм ягненка. Мне вот на Лаврентия свитер во хватает. Сегодня довязала спинку, смотрю на бобину, думаю, так, а что такое? А что-то подозрительно мало как-то пряжи. Взвешиваю, остаток 110 граммов я. А, как? Как это вышло? Что? В общем, я заказала не 450, а 350. И сегодня быстренько на Озон заказала еще 100 граммов этой пряжи, и приедет она ко мне только 29-го. Так что вот, я себе такой приколдес устроила. Нежданно, негаданно. Нет бы, да, на этапе спинки, допустим, начала спинки взвесить, а сколько там у меня пряжи? Нет, зачем нам? Надо же себе доверять, как бы беременный мозг — это самый стабильный мозг в мире, он вообще промахов не дает. Ладно, 29-го приедет, может быть, мне 110 грамм хватит на один рукав, на полтора рукава, а с того остатка я довяжу только... Что? Только горловина у меня останется. Ну, посмотрим, вы все увидите. Продолжайте просмотр этого ролика. Конечно же, мои прекрасные, мои роскошные. Хорошего вам настроения. С вами я, Анютка Макоша. Целую, обнимаю. Представляете, я получила вчера подарок от моей читательницы Светланы. Это аромасвечки. Одна — это Рождество в Хогвартсе. Здесь аромат лимонного пирога, мандарина, ванили. Запах просто непередаваемый. Это действительно ароматы пирогов, Рождества и всего самого-самого прекрасного. У меня раньше никогда не было таких вот подарочных аромасвечей. Я все давно себе хотела купить, и Светлана так угадала. Прям невозможно милый и приятный подарок от читателей и зрителей. Ну а вторая свеча — это просто вообще попадание в самое сердечко. Оказывается, поклонники есть не только у меня и моего творчества, а у моей любимой собачки появилась личная фанатка. Светлана нашла такую свечу с ароматом Цириллы. Кто не знает, это персонаж Анджея Сапковского из его фантастической серии про Ведьмака. Тоже аромасвеча, запах еще более прекрасный. Я сначала открыла баночку с ароматами Хогвартса, мне показалось, что это что-то непревзойденное. Но потом, когда открыла баночку с ароматами нежной Цириллы, ну тут совсем здесь фиалки, шафран, ощущение какого-то дорогого, красивого магазина с какими-нибудь... ну, не знаю, антикварными вещами, что-то такое мне напомнило. Я сразу же поставила баночки на стол. Сегодня вечером обязательно буду зажигать, и мое вечернее вязание будет наполнено новыми ароматами. Светлана, ну, спасибо большое. Это очень-очень приятный знак вашего внимания. И то, что вы попали прям в самое сердечко, вы даже не сомневаетесь. Я была поражена, как вы внимательно смотрите мои влоги и подмечаете вещи, которые действительно мне важны и будут приятны. Друзья, радуйте ваших друзей, близких. Это просто прекрасно. Все эти чувства, вся эта радость, это замечательно. Обнимаю всех и целую. Новый год уже слишком близко. Я подумала, что настало время люрексов. А чего сидеть до новогодней ночи, если я могу как бы наслаждаться уже прямо сегодня? И поэтому у меня total white look, белая ночнушка муслиновая и белые носки с люрексом. Я начала рукав свитера Лаврентия из ягненка.
Вся такая беленькая. У меня в этом году белоснежное настроение. Я купила себе такую новогоднюю с рюшами всякую ночнушку муслиновую. Вот носочки с люрексом, которые я вам показывала, как вязались на моем канале. Конечно же, люрекс попробуй засними. Мы это уже уяснили. Но, поверьте, сияет просто прекрасно. Не хуже моей гирляндочки. На этой неделе у меня на рабочем уголке еще небольшие изменения. Офелия с Лаврентием делали новогодние типа поделки. Наделали разных снежинок, вот елочку. И все мне тут украсили. Я попросила в белом стиле мне сделать. Ох, одну и оторвала. Они мне тут развесили, помогли сделать мой уголок еще более уютным. Красота, просто красотища. Тут еще немного пряжи прибавилось. Моточки, из которых я вязала образцы на этой неделе. Тоже буду снимать потом отдельный ролик. Это у меня обзор одного артикула. Небольшой спойлер. На столе у меня Лаврентия свитер. Я сегодня начала рукав. Ну, а вообще-то я сюда пришла, потому что хочу перед сном попробовать зажечь свечи, которые мне подарила Светлана. Прям вот ждала этого момента вечернего зажечь и насладиться ароматом. Что же это за эстетика, да, красота такая. Подвигайся. Тут пришла Офелия, потому что ей тоже очень интересно. Какой будем зажигать с тобой? Хогвартс? Что ты выбрала, расскажи мне. Хогвартс? Потому что она пахнет лимонным пирогом? Так мы же сейчас все кушать захотим. Пойдем пить чай. 12 ночи с тобой. Да. Тебя это не смущает? Нет. Давай. Ты подальше убирай ручки. Красиво. Красиво? Да, не будем дуть. Не будем, будем наслаждаться, да? Рождеством в Хогвартсе. Какая красота. Какая баночка красивая. Темная. Главное, доченька, не забудь ее перед сном потушить. Зачем? Ну, устроим пожар с тобой. Не очень круто будет. Пусть зрители посмотрят на нее. Ты знаешь, что я сейчас вспомнила? Пока сижу, пока свечку жгу, я моим зрителям покажу варежку. Я сегодня влог почти демонтировала. Утром не опубликовать. Ты же помнишь, что в субботу? А варежку не показала. Я ж на этой неделе еще занималась довязыванием прототипа будущего жаккардового набора. А, Филюш, ты что-то мне баловаться с спичками начала? Это плохая доча затея. Детям нельзя. А почему? А потому что это опасно. Огонь это тебе опасно. Тебе осталось столько петелек, да? Да, мне осталось только пальчик. Я нашим зрителям покажу. Вот такой у меня прототип, образец будущего жаккардового набора. Это 100% ягненок. Вот, я почти довязала. И, возможно, до Нового года приступлю работать над ним. А это серия моих будущих описаний, которые мы пока что только в проекте. Так мы любуемся. Вот я положила, чтобы еще больше любоваться. Потому что жаккард и плюс красоты свечей — это вообще за роскошь запредельная. Вот такое у нас сегодня с тобой развлечение свечное, да? Да, а потом... Чувствуешь, как комната наполнилась? Да. Понюхай. Ну, давай закроем. Давай закроем завтра, еще вечером перед сном зажжем, да? Все, побаловались с тобой немножко. И поставим вот здесь вот красиво на столе. Будем перед сном зажигать. Спасибо нашей зрительнице Светлане за такие подарки.
Ну что же, ролик закончен, и вот мы встречаемся с вами в конце видео для того, чтобы подвести итоги. С вашего позволения, я присела на стульчик. Не зря же я его с собой в город оттащила. Поэтому остаток этого мероприятия мы проведем уже с вами сидя. Здравствуйте, друзья. Ну что, мы с вами в конце этого ролика. Я тут минут 20 болтала и только поняла, что сзади меня куча мусора. Это какой-то... Я какой-то блогер не тот. Уж простите. Вот, вот, понимаете, бэкстейдж съемок. А теперь сделаем вид, что этого не было. И начинаем запись болталки по новой. Real life. Ну что же, давайте на этой позитивной минуте мы с вами начнем подводить итоги этой недели. Как вы видели, ну не так уж много чего там я вам показала. Я не сыпала вас просто ворохом готовых работ и не делала пау-пау-пау. Зато на этой неделе я очень много проводила времени с самой собой, размышляла, выбирала подарки к Новому году, читала с детьми сказки. Я вам в прошлых влогах показывала, что купила им в преддверии Нового года чудесные, чудесные книги. И просто мы читали, мы получали удовольствие, мы больше времени были в саду, в огороде, дышали. В последнее время столько много работы, стройка, заказы. Мы занимаемся натуральным земледелием, у нас большой сад хурмы, мандаринов, лимонов. Я делаю различные вкусняшки из наших сезонных овощей, фруктов, которые мы сами выращиваем. Мой муж отжимает масло, и уже очень большое количество людей любят и ждут наши домашние продукты. Спасибо вам всем за это. Я думаю, среди наших творческих девочек тоже очень много наших покупателей. Всех вас целую и обнимаю. Спасибо за поддержку нашего семейного бизнеса такого. Мы идем к мечте. Поэтому съемка влогов, которая вот сейчас, по моему такому желанию, дополнительно добавилась в мою обычную жизнь, помимо стройки, помимо работы в саду, в огороде, помимо вязания, помимо составления описания, это, конечно, для меня тот еще квест. Я все еще учусь, как мне со всем этим справляться, как оптимизироваться, как не выгореть. Ну, на этой неделе я была, можно сказать, близка к своему вот исчерпанию своего внутреннего запала, но все-таки, друзья, все завершилось удачно, коль это видео вышло на этой неделе. Вязала я на этой неделе специально немного. Я себе поставила одну лишь цель важную. Это продвигать свитер для моего сына. Это для меня самый важный проект на сегодняшний момент. И я мечтаю закончить это изделие до Нового года и ему вручить. Поэтому все, весь фокус на него. И параллельно
у меня идет как бы финальная работа над моим описанием такого масштабного базового мужского свитера, там аж 6 размеров до 3XL. Мы этот свитер вяжем в группе. Я одновременно сама повтор вяжу, перепроверяю, допроверяю какие-то схемы. В ходе вязания у участников на сегодняшний момент там около 100 человек вяжет вот сейчас под моим руководством, по моему описанию. У девочек возникают какие-то вопросы, я их экстренно решаю, подснимаю что-то, где-то там даже вот начинаю какие-то новые проекты, вот буквально чтобы вот снять ответ на вопрос моими руками под съем видео, я вот этим всем занимаюсь. И поэтому эту неделю вот мой упор чисто на это. Я давала все свое время на свитер сына, на описание, на мою группу, на девчонок. Вот такие дела. Также я не могу не поделиться новостями моего новогоднего чатика. Боже мой, на нас обрушилась лавина люрикса. Нежданно-негаданно. Анютка ваша вдохновилась носочками из люрикса. Вы их видели в моих прошлых роликах. Я связала две пары. И все просто, все маркетплейсы мы обрушили. Все мои подписчики, которые только могли, они купили себе люрикс. И на этой неделе была просто феерия готовых работ, готовых носочков с люриксом. Я сейчас вот здесь где-то вставляю, наверное, фото, видео, потому что девчонки снимали это сияние. Там такое было. Девочки такие грандиозные сочетания понапридумывали, что я даже почувствовала себя какой-то, ну, закостенелой консерваторшей со своим золотым да серебром. Просто молодцы, экспериментируют, делятся. Я вами так горжусь, вы даете мне огромную обратную связь с вами, я вас на что-то вдохновляю, но от вас сколько я получаю, я только успеваю себе в корзину накидывать новых сочетаний. Мне кажется, столько люрикса, сколько ко мне едет, мне вязать еще лет 5, наверное, ну потому что, ну, невозможно, это так красиво, что хочется еще. Также на этой неделе ко мне приехала новая пряжа, и очень много, две здоровенные такие коробки, опять же из моего любимого магазина Джол. Там приехали новые артикулы, новые составы. На моем канале есть 3 больших полных видео, посвященных вот обзору по каждому, по распаковке, потом по конкретно ягненку, потом конкретно по кашемиру. Вы видели во влоговых прошлых роликах свитер вяжу, вот вы видели в этом ролике, я свитер из ягненка вяжу, ну то есть я вообще прям, ну, плотно тестирую разные артикулы этого бренда, всеми выводами с вами делюсь, вы все видите, как у меня что проходит, и вот мне приехали новые посылки. Также я на этой неделе занималась съемками для нового ролика по распаковке этих посылок. Я решила не вставлять это вот просто в этот вот влоговый ролик, а решила сделать отдельное видео по распаковке, так как пряжи там очень много, но это видео, я не знаю, какое было, уже невменяемо длинное, да, и неинтересно распаковку и кучу мотков одновременно засовывать в, ну, там, в какие-то процессы и болталки. Поэтому совсем скоро на этом канале выйдет дополнительное видео, а точнее даже 2 дополнительных видео, я даже анонсы делаю вам. Первое видео — это по вязанию вот этих вот кашемировых вещичек, которые я уже активно ношу, как вы видите, а видео у вас еще нету. И второе видео — это по распаковке 2 огромных коробок с пряжей от магазина Джол. Я также на этой неделе уже начала отвязывать образцы из других артикулов, которыми ко мне приехали еще в прошлой посылке, но я до них не дошла. Вроде бы ничего такого, я занималась вот вплотную именно только свитером сына. Однако, посмотрите, сколько всего вот такого дополнительного происходит в моей жизни, скажем так, бэкстейдж того, что как бы и не заснимешь-то. Как же вам расскажешь об этом, ну, например, там, образцы, ну не знаю, попробую в следующем ролике, наверное, показать вам, сколько я этих образцов навязала, чтобы вы оценили масштаб происходящего, потому что вроде бы там показывать, как один образец вяжешь, это довольно скучно, а когда их навязал, ого, это уже как бы масштабная работа проделана.
На этой неделе я очень много времени уделяла моим детям. Остались последние недели до Нового года. Мы с детьми, с мужем все-таки стараемся обязательно после всего рабочего времени найти еще время на то, чтобы подготовить дом к празднику, обсудить, чем мы будем заниматься на праздниках, куда поедем, что приготовим вкусненького. Может быть, у меня получится на мой невязальный канал, а мой бытовой, просто о нашей жизни есть у меня еще один канал, я его не активно веду, но когда у меня есть настроение, я что-то публикую. Может, получится что-то заснять туда, может быть, нет. Может быть, я просто опубликую в своем телеграм-канале какой-то к вам творческий привет с семьей, с нашими какими-то вкусняшками, которые готовим в преддверии праздников. Я надеюсь, что вы тоже активно готовитесь к праздникам, что у вас отличное настроение. А если до этого момента по каким-то причинам ваше настроение было не очень, то давайте вот останавливаемся, вот это все отменяем. Это совершенно незаконно на вот этом канале со мной быть в плохом настроении, потому что я от всего сердца делюсь с вами моим хорошим настроением, моим вдохновением, и очень надеюсь, что это хоть немножечко, но подбадривает вас, настраивает вас на нужную волну, и вы от меня подзаряжаетесь. Я искренне вам высылаю вот мою ауру, мое хорошее настроение, мой позитив и все самое доброе и светлое, что есть в моей душе. За эту неделю на канал добавилось, опять же, вот так много людей. Каждую неделю я в роликах говорю об этом и благодарю вас, и не устану, потому что я не скажу, что мой контент какой-то особо отличительный, однако ваши подписки настолько как бы прогрессируют, и вас становится так много, и это меня так мотивирует, и я так удивлена, что вот так вот получается. Я вообще как бы изначально, заводя этот творческий канал, не думала, что буду вести его активно как-то, вот влоги. Я думала, периодически там у моей аудитории в Телеграме там или в Нильзеграме возникает ко мне вопрос. Например, задает мне мой читатель вопрос: «Аня, а какие у тебя любимые носочные спицы?» И знаете, каждому в личку отвечать там подробно, это довольно сложно. И я подумала, создам я такой канал вязальный, например, периодически возникнет такой вопрос, я сниму там мои носочные спицы, и у меня будет такое видео на канале. Если кто-то спросит, я прям ссылку даю, и, люди смотрят. Сняла для вас там один обзор на спицы, сняла другой. А потом как завертелось, а потом как закрутилось. Я человек, который вообще сниматься не любит, я так стеснялась это делать. Мне казалось, что это слушать вообще невозможно, так как я такой человек, эмоциональный, очень активный. И мне казалось, что это воспринимается все довольно так сложно и непонятно, и раздражающе для многих. Но, однако, от вас идет такая поддержка, и вы с таким теплом встречаете каждый мой ролик, что это все меня двигает идти вперед и придумывать для вас что-то новое. Я так заряжена, несмотря на то, что я на уже, можно сказать, 9-м месяце беременности, и мне довольно сложно какие-то вещи делать, но это одухотворение от нового хобби, от нового творчества, оно так меня заряжает, дает мне столько энергии, что хочется продолжать. Хочется, друзья, я вас за это очень благодарю. Мне приятно ваше внимание. Я в очередной раз говорю вам всем спасибо. И прощаюсь. До встречи в следующую субботу в 10 утра, как обычно. Я буду стараться, несмотря ни на что, каждую субботу делать к вам подключение. Наверное, когда наш малыш появится на свет, что-то может возникнуть, какие-то перерывы, но я пока стараюсь об этом не думать, стараюсь наслаждаться сегодняшним днем прекрасным, конец декабря, сегодня было около 20 градусов, да, я, конечно, замерзла, скрывать не буду, я в одном платье сижу и в капроновых колготках, и буквально одни носки с люрексом спасают меня от обморожения, но я все-таки считаю, что это прекрасная погода, и делюсь с вами всей этой красотой вокруг.
я постараюсь следующую неделю не умирать со спицами в руках и не наяривать какое-то бешеное количество проектов. Я хочу, наоборот, достать все, что я навязала за этот год. Может быть, с вами поделиться, может быть, выводы какие-то сделать. В общем, немного на расслабленном подходить к концу этого года, перебрать какие-то запасы. Может быть, какой-то моточек пряжи у меня, которым я мечтала быстрее связать, а потом завалился куда-то, я его не связала. В общем, как-то так я буду планировать. Будем с вами подготавливаться к празднику, в этой всей атмосфере Нового года. Я обязательно поделюсь какими-то предновогодними покупками, возможно, рукодельными, возможно, какими-то не рукодельными, но также очень приятными, творческими. Как-то так. Планы большие, не переключайтесь, обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте пальчик вверх, лайк, это продвигает мои ролики, расширяет аудиторию. Алгоритмом YouTube видно, что вам интересно, он интересуется моим каналом, и он его пускает в ротацию, рекомендует другим зрителям. Соответственно, вас становится больше, мое настроение просто уходит в космос от такой свалившейся на мою голову популярности. Целую, обнимаю. С вами была Аня Макоша. Сочи, горы, чайная плантация. Свинюшки! Я надеюсь, я вставлю вам в ролик свинюшки. Мы пришли сюда, и к нам пришли, мы же как бы в национальном заповеднике, здесь животные гуляют. И к нам пришли свинюшки. Ну, понятно, они чьи-то, но они просто к нам пришли, целая семья. Это было с чем-то. Мы тут еще Офелия со мной, с Женей. И мы просто были в восторге от этих милошей. Я вам обязательно ставлю после всего прям длинный кусочек с малышами, с хрюшками. Они просто, ну, великолепные, умилительные. Свинюшки и кашемир. Я вот только поэтому считаю, что этот ролик уже максимально на роскошном и на прекрасном. Все. Пока-пока. Целую вас, обнимаю. С вами была Анютка Макош. Пока-пока. Вот свинюшка пришла. Смотрите, смотрите, свинюшка. Вот она пошла. Идите, ее пошли. Вы видите? Мы бежим к свинюшкам. Где свинюшки? Хрюшки, малышки. Друзья, ну как вам их не показать? Жень, подержи сумку. Филюша, отойди. А то мама свинка может быть против. Ой, мамуль, я блог снимаю. Посмотрите, друзья, это что за прелесть? Женя, кажется, я на Новый год хочу мини-пига. Какая прелесть, друзья, не сидите дома. Друзья, не сидите дома, идите гулять. Ну, кто знает, что вас ждет на пути. Думали ли мы, что мы найдем милейших свинюшек? Нет, не думали, не гадали. А они нас нашли. Приключения всегда находят тех, кто открыт душой. Пока-пока.